Терри, да. Ангелина у нас, видите, она никогда не выйдет на улицу, пока не выставит вот так вот все туфельки в ряд по-корейски. Все уберет сначала, все, значит, там повешает, и только потом выходит. В кого? Вообще непонятно. Чай собуко. Геля, Геля, ну ты разошлась прям. Оди гаури? Ури кичен이야. 왜? 거기서 이제 유튜브 하는 사람들 다 모여가지고 네트워킹 있어. 넌 어디가? 너 유튜브 아닌데 어디가? 맞아. 맞아? 안젤리나 유튜버 맞아? 미안해. 아이파. 소피 그러니까 소피 젤리잖아. Приехали в Кидзанию. Да, Кидзания. Вот написано, что это Кидзания. Но мы в ней уже не первый раз были, уже 100 раз. Но тем не менее, может, кому-то интересно, как тут выглядит вокруг. В принципе, все как везде. Это Лотте огромный молл. Здесь и Лотте Март есть, гипермаркет. И вот это вот самая высокая в Корее башня Lotte Tower со смотровой площадкой. И парк Lotte World, самый крупный в мире крытый парк. В общем, целый Lotte город здесь. В Корее всегда такие масштабы. Все целыми строится городами. Мы ищем определенный какой-то ресторан. Там сейчас будут встречаться все блогеры. Опять же, такие дети-блогеры будут все встречаться, и потом они пойдут в Кидзанию играть. Сначала поедим. Такой здесь шведский стол, просто корейский шведский стол. Корейский шведский стол. Прикольно. Сейчас все здесь встретятся, поедят, поговорят, все обсудят, а потом пойдем развлекать детей. И меня поражает, насколько часто случаются вот эти слеты корейских детей-блогеров. А, что, зайка? А, папа, куколька. Так, здесь есть утка копченая. Аннасия. А, здесь есть пупки, куриные пупки. О боже, здесь есть сундэ, кровяная колбаса. Всякие джоны. Это корейская пицца такая. Домуанмого. Это покумпап, это корейский плов. Это какая-то фигня с сосисками и с перцем. Это вообще непонятно что. Шарики. Из сыра. А, из сыра и осьминога шарики какие-то. В Корее можно жить всю жизнь и не испробовать всех блюд. А там что? Так, здесь есть бэньчжан чиге с тофу и кимчи чиге. Это два корейских основных супа. Типа борщ и рассольник. Это из крабиков такие. Такой панчан. Это все панчаны идут. Я люблю панчан. Сейчас я поснимаю, потом буду накладывать, потому что у меня не получится снимать и накладывать одновременно. А, здесь можно вот такое блюдо приготовить. Сам набираешь, чего тебе сколько надо, и можно приготовить. Вот, есть обычные, похожие на европейские салаты, да? Это вот из помидор, это из тыквы, это из корня лотоса, это просто зеленый салат. И это куксу с молодой кимчи. А, это рис такой, рис с чертополохом. Очень много еды, товарищ. Я сомневаюсь, что я смогу все вам показать. В общем, все, мы пошли есть. Также у вас есть желе всякое разное, но это уже на десерт. И даже есть вот эти заварные, да, они называются. Видите?
Это тирамису. Это для сладкоежек. Я такой не ем. Не потому, что боюсь потолстеть, а потому, что не люблю. Пока родители едят, дети играют в любимую корейскую игру, типа раз, два, три, на месте фигура замри. Мелкая ничего не соображает, но бегает с удовольствием. Главное успеть в поток, прибежать и убежать, когда все бегут. Это кидзанья. А, и здесь нас встречает аэропорт. Можно получать багаж, как в настоящем аэропорту. Смотрите, там одна полоса для выдачи багажа. Здесь уже еще одна. Это полностью как будто целый огромный аэропорт. Супер! Я знаю, что в Москве сейчас тоже такое есть, и в каких-то крупных городах в России. Поэтому вам интересно будет посмотреть, сравнить, кто там живет, кто там был, уже был, ходил. Это пока просто мы ждем. Все дети известные блогеры. Мы, наверное, самые безызвестные пока. Но это только пока. Снимают, не зря я хоть накрасилась сегодня. А то пошла бы как обычно. Видите, сколько почестей. Блин, ютуберам с 30 тысячами. Смешно. По мировым меркам это вообще отсутствие всякого присутствия подписчиков. Тем не менее, видите, заключаешь контракт с фирмой, и тебе все дороги открыты. На самом деле здесь уже закрывается кидание в 7 часов. Все уходят, достаются только блогеры. Вся кидание будет в нашем распоряжении. Представляете себе, в Корее это просто нонсенс. Просто нонсенс. Сам не да. Ага, сейчас будет, наверное, какая-нибудь лекция. Тут дают советы, как лучше развивать канал. Это вот именно та фирма, которая все это организовывает. На выходе из зала нас встречают все работники кидзании вот такими вот веселыми танцами. Невероятно, сколько почести. Даже не верится, что это все для нас делают. Теперь всем детям делают общую фотографию. Круто. Кафе. Но не. Ну, кенчал хаго сипотана, Джем. Кенчал, а не? Они да, сумбанча хаго сипотана.
우리 그럼 이거 하고 싶은 거 할래? 어. Своя банковская система, так как тут свой город, свои деньги, своя валюта. Зарабатываете вот это вот, работаете, зарабатываете. Видите, даже есть здесь волонтерство, вот такое вот все. Африка. Зарабатываете кэш. И потом здесь есть Пекводжом. Пекводжом — это департмент стор. Есть и Март. И вы все это, Лотте Март. И вы все это потом тратите, все деньги, то, что вы заработали. Очень круто.
здесь горит дом. О боже, быстрее, Ангелина, спасай, спасай. Товарищ пожарник говорит, давайте быстрее, горим. Ой, не могу. Мотель горит. Потушили. Браво! Хай-фай! Затем, апру наосо, анжурло сосубнида. Бабу, да, 저를 바라봅니다. 앞에 보신 우리 멋지게 화이팅 해보겠습니다. 하나, 둘, 셋! 화이팅! 화이팅! 중! 중! 화이팅!